Перспективы сотрудничества Свердловской области и Банка внешней торговли, реализация значимых для региона инвестиционных проектов обсуждались в ходе встречи губернатора Евгения Куйвышева с заместителем президента, председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Михаилом Асиевским. На встрече отмечалось, что банк является активным участником финансового рынка и инвестиционных процессов Свердловской области. Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и банком действует с 2004 года. Среди основных направлений долгосрочного сотрудничества Свердловской области с Банком ВТБ – взаимодействие в инвестиционной сфере, развития системы безналичных расчетов с использованием банковских карт и создание условий для развития научно-технического прогресса в промышленной сфере для обеспечения нужд региона конкурентоспособными товарами промышленного производства. Мы традиционно давно работаем со многими предприятиями области. По мнению губернатора, есть немалые резервы для расширения сотрудничества. Сейчас в нашем регионе реализуются такие крупные инвестиционные проекты, как создание особой экономической зоны «Титановая долина», строительство жилого района «Южный» в планировочном районе «Истоцкий», реконструкция вокзального комплекса станции «Екатеринбург-Пассажирский», а также создание индустриальных парков на территории Свердловской области. Все они представляют широкие возможности и хорошие условия для инвестиций. Губернатор пригласил присоединиться к реализации этих значимых для региона инвестиционных проектов. В ходе встречи были обсуждены перспективы и возможности участия в них Банка ВТБ.